А по сути, как бы, друзья, мы получаем деньги, то есть контент-мейкеры, как бы, да, мы получаем деньги за то, что у человека есть какие-то определенные мысли, которые он хочет донести до людей, мы их структурируем, делаем красивыми, интересными, яркими, захватывающими и доносим до потребителя так, чтобы человек максимально просто это все понимал и следил за тем человеком, который хочет рассказать что-то о себе.